В Хакасии дан старт реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель не только привести в порядок уже существующую проезжую часть, но и продумать более удобные пути, а также отремонтировать уличное освещение там, где это необходимо. Стоит отметить, что проект рассчитан на дороги, относящиеся к городской агломерации. В Хакасии это Абакан и расположенные вблизи села Алтайского и Усть-Абаканского районов. В ближайшее время во всех населенных пунктах, попадающих в программу, пройдут публичные слушания. Местные жители сами должны определить, какие именно дороги нужно привести в нормативное состояние. Проект рассчитан до 2024 года. Запланированы финансовые вложения около 5 миллиардов рублей. Большая часть из республиканского бюджета.